Так, это 15-й квартал Юнус-Абада. Здесь есть переход. Здесь вот такой вот парчик построили. Очень красивый. Летом, наверное, будет очень интересно. Ну, а здесь вот такая точно развязка какая-то строится. Ну, мы переходим. Вроде бы 11-й квартал Юнус-Абад. Сейчас посмотрим. Здесь дома, там сзади частный сектор. Там 15-й квартал. Ахмадонечку сейчас и... Так, 26-й дом. Посмотрим, какой квартал. Это 12-й квартал, оказывается. О, 12-й квартал. Юнус-Абад. Это, оказывается, 12-й квартал. 26-й дом. Ну так, пройдемся мимо 12-го, а потом и 11-й квартал тоже запечатлю. Все-таки все изменилось. Тоже вот, пожалуйста. Вот тротуары. Все ухожено, облагорожено. Там 15-й квартал. Здесь 12-й квартал. Вот 24-й дом. Вот так вот все изменилось. Изменения налицо. Ну, Юнус-Абад я не был, поэтому все, кто юнус-абадский, отпишитесь. Хотелось бы узнать. Каковы изменения? Мое мнение, что кардинально изменилось, вот как-то этих тротуаров, наверное, не было. Может и были. Вот огороды, по-моему, тоже убрали. Ну, хотелось бы узнать коренных жителей, бывших соотечественников или именно кто здесь живет сейчас. Их мнение. Второй дом, 12-й квартал. Что интересно, да, 22-й дом.
Много сосновых деревьев понасажали. Зелени много. Летом, наверное, все будет в зелени утопать. Это радует. Еще квартира продается. Здесь мы подходим к станции метро Туркестан, по-моему. Наверное, это конечно. И на Сабадской линии. Точно не знаю. Кто знает, поправьте. Ну, пожалуйста. Можно спортом заниматься. Все снаряды. Все для народа. Так, метро Туркестан. Вон конечная линия. Здание какое-то. Школа. Так, здесь 4-й дом, 12-й квартал. Вот. Наверное, какая-то школа. Учебное заведение. Скамейки. 5 вот все снаряды. Спортивные. Вот еще целый набор всяких снарядов. Стоматология. Что можно сказать? Радует все это. Еще один вход. Метро Туркестан. Махерский. И, наверное, на этом 12 квартал закончится, я так думаю. Не уверен, конечно. Район Сабат очень плохо знаю. Так как здесь начинается частный сектор, а вот после него 11 квартал, это точно я знаю. Вот пункт сбора мусора. Все так удобно сделали, мусор вот сюда приносишь, выкидываешь. Конечно, вот так около дороги не выкидываешь. Очень удобно. И кто-то живет в этом домике и убирает мусор. Вот он, петушок. 14 квартал.
конструкция. Дороги. Наверное, здесь будет продолжать дорогу делать куда-то. Стройка идет грандиозно. Новостройки строят. Парадайз хаус. Да, это новостройки. Квартира мечты. Вот вид на Петушок со стороны 12-го квартала. Да, вот, пожалуйста, все реконструируют. Расширяют улицы. И что-то такое. Вот частный сектор.